Всем привет, ребята. Так, начинающему связисту посвящается, что я сейчас делаю. Это тестовый кабель называется, который будет имитировать родной кабель, который в квартиру идет со щитка. Таким образом, я буду со щитка подключать его прямо в телевизор. То есть имитация родного кабеля, которого абонента, да, в квартире. Со щитка, который идет в квартиру. Будем, значит, выявлять причину, почему плохо показывает телевизор, кабельное телевидение, с помощью вот этого прекрасного тестового кабеля. Итак, берем наш кабель, подключаем магистраль кабельного телевидения, да, и, разумеется, протягиваем его в квартиру уже, со щитка в квартиру. А точнее быть, в телевизор подключаем этот тестовый кабель напрямую. Опять же повторюсь, это имитация родного кабеля, который идет со щитка в квартиру. То есть как застройщик его поставил, да, в квартиру завел этот кабель. А мы тут имитируем. Только уже не в стене, да, имитация идет, а напрямую. Итак, завели мы, значит, со щитка в квартиру наш тестовый кабель. Только остается подключить ТВ-штекер на коннектор F56, да. Кабель это G6 ТВ-кабель, да, специально предназначенный для вещания кабельного телевидения, цифровых, так и аналогов телеканалов. Так, что у нас получилось? Смотрим с телевизора, да. Мы этот тестовый кабель, разумеется, подключили, и в щиток он идет. Итак, подключил, значит, этот тестовый кабель, да, со щитка, разумеется, непосредственно в сам телевизор. И нашел все каналы, то есть цифровые каналы нашлись, все отлично работает. Значит, причина в квартире. То есть таким образом мы поняли, что причина может быть в квартире. То есть причина может быть в квартире, не в самой магистрали, откуда подается сигнал, да, то есть со щитка. Со щитка, значит, подается сигнал отличный, хороший. Ну, приемлемый для показа, разумеется, телеканала, да, без помех. На самом деле причины могут быть разные, да. Но опять же, мы тестовым кабелем узнали, что это не причина в щитке, да, откуда подается сигнал. Либо, то есть мы уже 100% знаем, что причина, ошибка не там, не в щитке. Значит, получается, это где-то в квартире. Бывают соединения, да, всякие разные соединения, которые идут на несколько телевизоров. Возможно, в нем причина. Но так как на этой заявке, значит, это соединение замуровано, да, они не знают, где вот сами хозяева, где-то находится соединение, то мне приходится снимать телевизор, уже разбирать розетки и смотреть сам кабель, единственный кабель, который выходит со стены. Итак, аккуратно, значит, откручиваем все розетки, весь, вся панель розеток, да, там в том числе и ТВ-шная розетка, там тоже вот самая четвертая по счету последняя. Но хочу сказать начинающим связистам, чтобы не снимали телевизор, попросите лучше хозяев, чтобы сами они сняли, потому что это их имущество. Не дай бог, если не так снимете и телевизор упадет, то возмещать, ну, там спорно, конечно, все, да, будете возмещать вы, скорее всего. Итак, тут все печальнее. Почему? Потому что здесь вместо ТВ-кабеля интернетный кабель. То есть подсоединили интернетным кабелем, который не предназначен, да, для вещания качественного телеканалов, особенно цифровых. Но все, что мог, я там и сделал, все назад я собираю. Не забывайте, где вот панели розеток, да. То есть закручиваем панели розеток, все как было, не путаем их. Ну и будьте осторожны, все-таки 220 вольт, да, мы граничим с этим напряжением. И видите, как панели розеток бывают разные. Если там мы видели панель с четырьмя, да, кольцами, где три розетки 220 и ТВ-шные, то здесь одна 220, да, розетка, и ТВ-шная тоже розетка одна. В принципе, ничего сложного, откручиваем, да, осторожно.
эту розетку ТВ-шную, смотрим там какое соединение, соединяем там уже, скажем так, профессионально, чтобы, да, уже кабельные цифровые каналы уже показывали отлично.